Добрый день! Цель вашего визита? Международная конференция по пчеловодству и апитерапии Апимондия 2017. Спасибо. Цель вашего визита? Международная конференция по пчеловодству и апитерапии 2017. Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствуем вас на YouTube-канале Магазина Улиц. Меня зовут Александр. Меня зовут Андрей. И в этом видео мы расскажем вам немного о Стамбуле, как и обещали. Но перед тем, как начать нашу экскурсию по достопримечательностям, мы бросим монетку и узнаем, кому достанется золотая карта. Саня, это же не та передача. Это была шутка, конечно же, как вы поняли. А сейчас мы хотели попасть в голубую мечеть, но она закрыта. До 14:30 там проходят молитвы, и потом только она откроется для туристов. Поэтому мы решили не тратить время зря. Так как у нас еще 5 часов до открытия, мы купили билеты на экскурсию. Это полная экскурсия по Стамбулу. Ну, самая полная, как говорят. Есть два маршрута. Сейчас мы поедем на красном. Есть красный и синий маршрут. Первый мы поедем на красном. И кратенько вам покажем, что мы увидели. Что, мы взяли автобусный тур, я буду говорить за камерой. Сейчас едем по улочкам Стамбула. Сейчас подъезжаем к проливу Босфор. Вот такие вот паромы для перевозки автомобилей через пролив Босфор. То есть у них этих паромов очень большое количество, нереально много. Вот, проезжаем мечеть Валиде-Султан. Это мать правящего султана. Сейчас она на реконструкции находится. Да, Босфор не может не восхищать. Посмотрите, какой он широкий, нереально широкий. Соединяет два моря. Очень много, кстати, рыбаков на этом мосту. Но ловят они какую-то маленькую рыбку, типа сибелей.
заезжаем на первый мост, который был построен между Европой и Азией. Был построен в 1970 году. Смотрите, какое движение. Чтобы машины пропускали с той стороны быстрее, со стороны Азии, открыли полосу, одну полосу по встречному движению. Никто не врезается, и все идут очень культурно. Кстати, на этом мосту сыгран показательный теннисный матч на двух континентах. Венус Уильямс играла на этом мосту с турецкой чемпионкой. Отлично, отлично. Висячий мост. На свое время он был по длине четвертым в мире. Сейчас уже далеко, далеко не четвертым. Очень-очень красиво. Я не думал, неописуемые чувства испытываешь в Стамбуле. Все, мы уже в Азии. Ну и что еще в Турции? Вот так вот. Один город, два континента. Это единственный город в мире. Так, а сейчас мы спускаемся в старинное хранилище воды. Вы его могли видеть по фильмам «Джеймс Бонд». И последний здесь снимался фильм «Инферно». Круто вообще, мега круто. Андрей, как ощущения? Вот здесь хранилось. В этих огромных резервуарах хранилась вода питьевая. Вообще. Представьте, такая построечка. А вот эти колонны, мне как бы нужно загадать желание и пальцем прокрутить так, чтобы палец не вылез из отверстия. Вот. И тогда, когда что у нас будет. Мы загадаем, чтобы в 2018 году очень хороший был урожай, очень хорошие были медосборы. Все, вот, сейчас идем мы к перевернутой голове медузы Горгоны. Построение просто ошеломляющее. Это все находится под землей. Это резервуар для питьевой воды был. Сейчас попробуем найти ее. Не видно. Вроде вот там она. Свет не пробивает. Ого, какие рыбы плавают. Смотри, какие большие. Это карпы, что ли? Карпы, да? А вон золотые рыбки. Ну так, голову мы не нашли. А, вот голова, да, вот, стойте. Вот это знаменитая голова, перевернутая для того, чтобы не работал ее взгляд, который окаменяет.
до Гранд Базара. Вот самое большое, самый большой крытый рынок. Не знаю, по-моему, или в Европе. 30 тысяч квадратных метров площадей. Вот стоит рамка на входе. Сейчас будем проходить. Ну, будем снимать частями. Ну, конечно же, сладости нереальное количество. Золото, украшений нереально много, сувениры. Дойти дальше. Посмотрите, какая красота, какие вазы. Такую штуку не хочешь? Рубашку. Начну из бронзы. Подходим к знаменитой голубой мечети Султана Ахмета. 6 минаретов. Красавцы. Просто красавцы. Очень круто смотрится сдалека. Сейчас попробую приблизить. Просто тонкие шпили врезаются в небо. Что, пойдем вовнутрь? Ну вот уже внутри, во дворике. Очень много народу. Начался намаз. Вот мы внутри, в дворике. А вот маленький макет мечети. Вот мы в таком дворике. Ну, эта экскурсия в мечеть Султана Ахмета мы будем завершать уже наш блог обзора достопримечательностей. А сейчас мы пойдем заселяться в отель, немножко поснимаем там номер, покажем, что же нам за 1170 гривен за две ночи человека предоставят. И завтра уже встретимся на Пимонде.